Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выставил на продажу правительственную яхту «Виктория» стоимостью свыше 1 миллиона долларов. Также избранный глава региона приостановил ряд сомнительных закупок. Речь о служебных квартирах и автомобилях для слуг народа. Кроме того, чиновник планирует заняться вопросами недопущения случайных людей в органы власти. Отныне кандидаты на должности министров, их замов, помощников и так далее должны будут сдать специальный экзамен, состоящий из трех частей, пройти тесты на знание законов и основ инвестиционной политики, описать программу развития профильной отрасли, в которой собирается работать соискатель, пройти собеседование с губернатором лично. Хочется спросить, ребята, представители партии реальных дел, почему подобными вещами брезговали? Почему до появления вот этого Фургала в должности первого лица одного из регионов страны мы даже не догадывались, что такое возможно в принципе, хотя ведь ничего сверхъестественного в данном подходе я, например, не вижу. Действительно, хочешь работать чиновником, сдай тест. Покажи, что ты подкован в теории, затем изложи на бумаге предложение по развитию своего направления, пошаговую инструкцию, так сказать, что надо сделать, с четко обозначенными сроками и так далее, и вуаля. Ну это же просто. А вы еще меня спрашиваете постоянно, что изменится, если на место действующего чинуши, сидящего в своем кресле 100 лет, придет кто-то другой. Вот вам пример, пожалуйста. Начинаем. А министр культуры Владимир Медынский, выступая на открытии международной книжной ярмарки в Белграде, он там свою книжку презентовал о войне, дюже сокрушался, что современная молодежь не знает своей истории. Они либо совсем ничем не интересуются, либо голова у них забита всякой чушью, посетовал чиновник. Ну а дальше все стандартно. Виноваты в этом, конечно же, голливудские фильмы, конечно же, статьи в интернете, ну и компьютерные игры, куда без них, о как. Хочется задать вопрос Медынскому. А вы, господин министр, давно в кино ходили на какой-нибудь отечественный фильм производства того же Comedy Club, например? Вы сходите, полюбопытствуйте, ребята, ведь сплошные шедевры снимают, хотя прокатные картины, ладно. Сериал любой на канале «Домашний» включите или на канале «Россия-1» как вариант, да это ведь по-другому, как пособием для начинающих дебилов, назвать нельзя. Про программы типа «Ты не поверишь» или «Военная тайна» вообще молчу. Автор фильма «Плоская земля», в котором всерьез доказывается, что земля имеет форму блина, получает высшую телевизионную награду ТЭФИ за лучший просветительский фильм. Хочу сказать, что рейтинги просветительской программе нужны не только на Первом канале, но и на канале РЕН-ТВ, на котором я имею счастье служить вот уже 25 лет. Но отдельный пласт современной российской культуры – это, разумеется, разного рода скандалити-шоу, которыми весь дневной и вечерние эфиры забиты по будням. Вот уж где настоящая история пишется. Кто ж, обладая ядерным оружием, мы 4 года ведем войну с Украиной. Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку так на Киев, уничтожить. Заметьте, это не голливудское кино и не статья какого-нибудь психа в интернете. Это транслируется на всю планету посредством главного информационного телеканала нашей страны. И я всего лишь сейчас один единственный пример продемонстрировал. Примеров намного больше на самом деле. Но такие истории и культура нашей страны, вероятно, министру Медынскому не интересны. Мы же все про деды воевали, а что, совсем больше нет памятных поводов для гордости за такую огромную державу с многовековыми традициями, хотя это, конечно же, вопрос риторический, сам знаю, что нет, ну не развалом же Владимирского тракторного завода гордиться и выходить на акцию «Бессмертный полк» с фотографиями бывших сотрудников того предприятия, ладно. Это реальная журналистика, чихать на мелочи жизни, зато рай теперь тоже наш. Поехали! Ну и я тогда предлагаю о современной истории поговорить, раз никто больше не хочет. Заодно давайте посмотрим, за что ж деды-то воевали, за какое будущее гибли на полях сражений. Честно скажу, когда я компоновал кадры, которые вы увидите дальше, мне так обидно стало. Хотя не буду тянуть кота за хвост, сами смотрите, делайте выводы. Станция Забайкальск, Читинская область, граница с Китаем.
Сюда идут железнодорожные составы с экспортной древесины из Иркутска, Красноярска, Читы и Бурятии. В Китай везут не только лес. Десятки машин с ломом черного металла ежедневно проходят границу по международному автомобильно-пешеходному переходу в Забайкальске. Сейчас вы видите, как лес, пришедший из Забайкальска, разгружается уже на китайской территории. Основная его часть доставляется вот в такие тупики, где затем перегружается в лесовозы. Следуем за одним из лесовозов. Надеемся, что он выведет нас на какой-нибудь производственный участок. Грузовик выезжает за город. И сразу же начинают мелькать лесоперерабатывающие фабрики. Комментировать тут особо нечего, и без меня, думаю, все понятно. А вот сейчас вы поймете всю широту размаха по вывозу сибирской тайги за бугор, в данном случае в Поднебесную. То, что мы видим, в это даже трудно поверить. Почти 30 лесоперерабатывающих фабрик на протяжении дороги около 10 километров. И это в городе с населением в 300 тысяч человек. Одна фабрика сменяет другую. Территории, занимаемые ими, колоссальны. Близость к лесной державе определяет лидирующую отрасль производства. Одни фабрики только строятся. У других – вывески из мрамора с позолоченными буквами, скульптурами у входа и воротами нестандартной архитектуры. И горы, горы леса, и круглого, и переработанного. Знаете, если честно, я что-то не припомню, чтобы на канале «Россия» или на канале НТВ какое-то вот такое расследование провели. Борьба с внешним врагом, с которым уже много лет борются геройские пропагандисты, это, конечно, здорово, и я уверен, дело это, безусловно, нужное. Вот только с этим-то совсем что делать? Ведь вы сами только что видели десятки фабрик огромных, которые нашей стране не дают ничего. Там тупо пилятся российские ресурсы, которые затем вывозятся в неизвестном направлении. Это только один район. А протяженность российско-китайской границы знаете какая? 4000 километров, 7 расстояний между Москвой и Петербургом. Как думаете, сколько еще десятков или даже сотен подобных фабрик построено вдоль той границы? Однако это еще не все прелести современности. На Байкал давайте переместимся там, потому что тоже есть чем похвастаться. На старт, внимание! Строятся заводы для продажи Китаю байкальской воды. Воду собираются брать не методом прямого забора, вот так вот прямо из озера, из акватории, а бурением скважин глубиной 300-400 метров, которые будут брать воду, весьма насыщенную кислородом, прямо из подземной линзы, то есть вода чище, которой не существует. В общем, да, вы не ошиблись, мы Байкал продаем, туда же, в Китай. Только если еще некоторое время назад разговоры шли исключительно о строительстве на побережье уникального озера китайских санаториев, сейчас кто-то грамотный додумался, как само озеро, собственно, братьям нашим толкнуть, а давайте его просто вывезем при помощи бутылок и цистерн. Плевать, что нарушим экосистему, те, кто зарабатывают на данном вандализме в этой стране, жить точно не собираются. Инвестор, китайская компания, намерен вложить в проект 1,5 миллиарда рублей. В полную силу он заработает в 2021-м. Согласно проекту, он будет разливать более 500 тысяч литров байкальской воды в сутки. И почти вся она пойдет на экспорт в Китай. Дно Байкала в этом месте пологое. Здесь мелководье. 100-метровая глубина начинается примерно через 3 километра. Поэтому, чтобы добывать здесь чистейшую воду, необходимо протянуть на берег трубу еще большей длины. Я одного понять не могу. Чему эта девица так радуется? Тому, что китайцы в уничтожение Байкала целых 1,5 миллиарда вложат. Так этого, если следовать утверждению президента Путина от 29 августа, даже на один день пенсионных выплат не хватит. Мы за эти копейки озеро продадим, а что следующее на очереди? Кунгурские пещеры, Карелия, Камчатка, зато мы, блин, войну выиграли в 45-м, напомню, и целый Медынский об этом книжку написал.
Спасибо деду за победу, благодаря которой нам сегодня хоть есть что продать. Вернее, не нам, им. В смысле, тем, кто считает себя умнее, все. Это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в YouTube ссылка на нее прямо надо мной. Поводов задуматься намного больше. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.